Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил свою кругосветку и уже успешно приземлился этой ночью в аэропорту Абу-Даби в Арабских Эмиратах. Воздушное судно отправилось в полет в марте прошлого года, и за время путешествия вокруг Земли экипаж останавливался в 15 странах мира. Этот самолет – улучшенная версия своего предшественника. Над его созданием инженеры трудились почти 2 года. На борту стоит более 17 тысяч солнечных батарей, от них работают 4 электромотора. Летит самолет со скоростью 140 км в час. Конечно, не быстро, это значительно меньше, чем у большинства лайнеров. Крейсерская скорость пассажирских «Боингов», к примеру, доходит почти до 1000 км в час. Зато самолет на солнечных батареях. Теоретически он может находиться в небе непрерывно за счет постоянного накапливания той самой солнечной энергии в аккумуляторах.